а где именно, что называется, как полагается, сейчас придем, если они сейчас есть. Тут африканские сувениры, пожалуйста. Наряды. Ну это еще твой. Еще не все и не совсем все. Тут элементы, юбки, а вот платье. Как должно выглядеть такое платье? Оно достаточно тяжелое. С вот такими опорками, с утяжелителями. И оно должно быть с рукавами, вот с такими. А, ну здесь тоже, да, нормальные рукава, в принципе. А вот тоже. Вот это прямо по классике сшито, как говорится. Здесь узкое, а вот книзу оно все расширяется и кружится красиво при танце. Может немножко быть попроще, тоже сшито, как говорится, по всем законам жанра, только более короткое. О, вот длинное достаточно и достаточно, ну, в общем, соответствует, как говорится, критериям. Стоят они дорого, эти платья, начиная от 100 евро, 200 евро, 300 евро, смотря как и что там сшито и потрачено. Есть черные, есть цветастые, ну, разные. Так что многие заходят сюда, что-то себе присматривают, хотя при этом уже наряжены, не только женщины, но мужчины тоже, соответствующие наряды. Готовят с применением вот этой технологии на открытом огне. Тут тоже платья, ну, такие, какие-то попроще, скажем так. Здешнего формата.